В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Завтра в Красноярске заметно потеплеет. А какая погода будет на следующей неделе и как провести эти 7 дней безопасно? Прямо сейчас узнаем в рубрике «Прогнозы МЧС». В студии заместитель руководителя Главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Действительно, завтра... Но вместе с тем... Мы предупреждаем красноярцев, особенно в понедельник, вторник и среду, будут неблагоприятные погодные условия в части усиления ветра и выпадения снега. Поэтому автолюбители предупреждаем, будет гололед, снежный накат. Также с 20 по 28 мы ожидаем нестабильное состояние магнитосферы, то есть магнитное возмущение. Предупреждаем метеочувствительных граждан, проявляйте максимум осторожности. Кроме того, в Красноярске мы ожидаем на загородных трассах гололед, снежный накат, ну и, конечно же, ветер. Поэтому, если кто соберется выезжать на загородные трассы, поэтому соблюдайте правила дорожного движения и будьте благоразумны. Несмотря на то, что толщина льда на реках края более-менее, сказать, значительная, вместе с тем, значит, у нас в течение вот троих суток произошло 3 происшествия. Это провалы машин под лед. Поэтому, уважаемые красноярцы, не перегружайте автомобили. Значит, если лед выдерживает определенную нагрузку, поэтому, уважаемые красноярцы, соблюдайте это. Ну, кроме того, мы ожидаем, конечно же, увеличения количества пожаров. За прошлую неделю у нас их получилось 118, то есть от 15 до 20 пожаров в сутки. Поэтому, уважаемые красноярцы, соблюдайте осторожность при пользовании электронагревательными приборами и отопительными приборами. В крае Красноярске продолжается эпидемия гриппа. Среди взрослого населения, по данным Министерства здравоохранения, превышен порог до 34%. За неделю заболело более 11 тысяч человек. В городе на 57%. Поэтому, уважаемые красноярцы, соблюдайте правила, соблюдайте противогриппозный режим и соблюдайте безопасность. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК. В это же время до свидания.